А перед просмотром видео я хотел бы вам посоветовать игровой канал Рейвена. На его канале ты сможешь найти различные летсплеи и по ванильному Майнкрафту, и также с модом Pixelmon, и также разные мини-игры, такие как Skywars и остальные. Ссылочка в описании, и всем приятного просмотра. Всем привет, ребята! В честь того, что первая серия, которая вышла сегодня, набрала 200 лайков, а как было сказано раньше, если серия, которая выходит утром, набирает 200 лайков, то еще одна новая серия выйдет в один тот же день, только вечером. И вот, ребята, держите, еще одна новая серия. Но также не забываем поставить лайк и прокомментировать, за что вам отдельная благодарность. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Ребята, не смотрите, что Шайни пропал, это был Джиглипаф, и он у нас уже есть, поэтому я смотрел, кто это там, поэтому даже нету смысла было туда идти искать. Давайте быстренько вздремнем и сразу же потопаем на наш остров, прокачивать Лантурна, Лифиона, потом посмотрим, кого мы будем прокачивать. Так, это кто? Ну, давайте Арбука еще убьем, если, конечно, туда успеем добежать. Так, ну, что, иди-ка ты сюда. Сизер у нас уже, ребята, 50-й, поэтому его мы уже прокачали. Сейчас очередь Лантурна. Ну, так. Быстренько мы его убьем нашим Сизером. И потопаем качать Лантурна. В этой серии, если постараемся, то прокачаем хотя бы Лантурна к 50-му, если получится. И может ли Фиона к 45-му. Ну, хотя, ну не знаю, ребята, это нужно будет смотреть, как получится прокачать. Так, отлично, это сюда, потопали. Потом, ребята, можно будет сделать ферму покемонов где-то тут, как я, например, говорил, да, поставить спавнер и просто-напросто качаться на них тут. И, ну, или где-то в море, так как, в принципе, если мы киллера будем ставить, то где-то, может, в море. Чтобы было прикольно, чтобы не бегать и чтобы еще быстрее мы прокачивались. Так. О, это кто? Эконс. Мэджикарт. Ну, давайте Эконса вылечим сначала. Хотя, какой Эконс? Это же Одиш. Ну, не знаю, почему Эконс мне показался. Так, иди-ка ты сюда. Опа, и... Опа. Отлично, Сизер у нас уже, ребята, 51-й. Так, это мы, да, это мы уже поменяли. Все, сейчас, ребята, очередь Лантурна. Сейчас мы будем только его прокачивать в этой серии. Постараемся прокачать к 45-му, не знаю, ребята. Ну, хотя, во, как раз, да ты что, издеваешься, опять вы все в бою там. Хотя бы к 45-му. К 50-му не говорю, потому что не знаю, сможем ли мы его прокачать. Но нужно стараться. Тут много крабий, нужно их всех перебить, чтобы заспавнились киндеры и остальные. Так, вот ты сам напал. Так, еще один. И еще один. Там киллер, да? Я вижу, да? Так, тебя. И Лантурн уже 34. Так, давайте, ребята. Что-то я не вижу тут больших уровней. То есть вот такие только краби 20-е и вот такие 15-е, 16-е. Ну, в принципе, их тоже нужно перебивать, чтобы на их месте кто-то другой заспал. О, там уже и киллер заспавнился. Я не знаю. Бабл бим. Так. Во, эти чурки уже вышли с боя. Вышли. Так, Лантур 35-й. Уже ему 2 уровня, ребята, прокачали. За сколько? За минуту? Или за 2? Так. А ты что, издеваешься? Хорохилиться. О, отлично. Еще тебя. Отлично, и там я вижу... Так, тут больше нет, тут никто не заспавнился. Там я вижу уже такие большие... Так, ребята, что-то меня выкинуло, я не знаю, какой-то баг произошел. Я изучал атаку для Лефиона, и что-то там заглючило, все стало белое. В том смысле, что атаки не показывались, и стали какие-то белые, и потом меня выкинуло. Поэтому видео немного обрезалось. Ну, ладно. Давайте, ребята, мы дальше. Да не ты, чё ты на нас нападаешь? Там босс, если сейчас пропадет, я тут всех арбаков перебью из-за тебя. Так, быстренько вылечим. Мил танк, иди-ка ты сюда. Опа-опа, бежим. Во, отлично. Ну, тебя мы долго будем бить. Поэтому давайте с Сизером.
Быстренько его убьем, да и все. Ну хотя как быстренько, не так уж и быстренько, но... Так. 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 Ну, пока мы тебя убьем. О, там какие-то вещи выпали, но они, походу, куда-то уже туда упали. Да ты хра там уже... Так. Я не знаю, ребят, куда они упали. Ну, да ладно, так. Фу, давайте дальше прокачивать. Пойдем. Лантурн еще не очень такой прокачанный. Так. О, я думал, ты в бою, но... Отлично. Пока что. Так, ты-ка иди сюда. 39-й. Не, ну, в принципе, сколько мы ему прокачали? Около 5 уровней уже. 5 уровней уже, да. Так. Этого... Нет, не ты, а давай его. 40, да. Так. Быстро, 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 быстро. Во, сам урод. 40-й уровень уже или 40-й? Капут. Ладно. Так, убили. Опа, новая эволюция. Давай, давай, чтобы на тебе уже летать можно было. Ну, хотя какая разница, нам уже летать, в принципе, не нужно. Мы уже даже, я не знаю, куда нам нужно будет идти. А, может потом еще, чтобы Глассиона сделать или и еще куда-то. Так, ну, на тебе пока что мы еще летать не можем, но ладно. Еще одна эволюция и сможем. Так, еще раз, отлично. Сколько вас тут заспанилось? Так, так, тебя тоже можно быстренько. Так, тебя, ты как раз там большой уровень хотел уплыть от нас. Отлично, 41-й. И тебя. Только чтобы у тебя хотя бы парочку покемонов было. Вот законфузил нас, а. Так. Ну. О. Это какой, 4-й, 5-й, 6-й. Вроде. Ну, нормально, как раз. 42-й, 42-й уровень. И еще 8 уровней. 43-й уровень. О, попер кач, ребята. Так, отлично. Этих тоже быстренько. Этих. Так. Я не знаю, ребят, ночью все-таки нет смысла сейчас на бишарпов идти. Вообще нету смысла, то есть. Нам еще как минимум нужно тут... вот этого электрического и травяного тут прокачивать, а потом уже посмотрим, нужно ли нам будет вообще туда идти. Ну, с этой командой, как минимум. Так. Так, 44-й. О, еще 6 уровней. В принципе, я думаю, успеем мы в этой серии прокачать его, мне так кажется. То есть 6 уровней не так уж и... Ну, хотя, фиг его знает, ребята. Так. Потом сразу же беремся за Лифиона и прокачиваем. Ему еще 15 уровней осталось. И, ребята, когда мы прокачаем эту команду с помощью Rare Candy, перед тем, как прокачивать новую команду, мы быстренько, ребята, побежим в ад за Глоустоном. Потому что без него никак, как вы уже поняли. Так, ты иди сюда. Дай нам уровень 45-й. Я знаю, что ты сможешь. Дал, отлично. Так, тебе тоже можно быстренько. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух, как мы... Так, 6. Во. Давайте. Отлично. Фу. Давай. К ночи мы тебе должны прокачать к 47-му. Давайте, ребята, сейчас мы постараемся. Уже 46-й. Еще этого убьем, будет 46-й с половиной. Ух, почти 47-й. 46-й. Так, если докинем. Ух, да, сказал докинем, а перекинул. Во. Отлично, 47-й. Да тут, в принципе, такое. Тебе еще тут парочку уровней осталось, поэтому. Отлично. И нам уровень дали. Не знаю, зачем нам сейчас он, но ладно. Так. Во! 47-й, ребята. Так.
Отлично. И давайте домой уже, ребята. Идем быстренько. Опа. Покушаем. И как раз все вот это мы, ребята, еще выложим в компьютер, потому что у нас есть много вещей, которые нам, в принципе, ну, какой компьютер? В сундук, потому что много вещей, которые есть, которые мешают, ну, в смысле, полон уже инвентарь, поэтому можно выложить. И Сизор, ребята, у нас уже 52-й, то есть мы его прокачали к 50-му, он уже 2 уровня набрал. Отлично. О, зачем я в компьютер зашел? Так, ну да, давайте сначала выложим. Так, это сюда, сюда. Сюда. Ой, нет, это назад. Так, это сюда, 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 сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отлично. Да, в принципе, это тоже все можно потом, если что, заберем. Так, это сюда. Это сюда. Отлично. Идем спать. Быстренько поспим и быстренько пойдем. Дальше прокачать Лантурна. Еще 3 уровня осталось, и, в принципе, это не так уж и долго будет. О, это что там за... Я не знаю, ребята, было ли вам это слышно, там какие-то мотоциклисты сумасшедшие, и что это было, какой-то фиг его знает. Так, давайте быстренько на остров. Опа. Так. О, тебя тоже можно, как раз я тебя вижу, только не убегай, не убегай, не убегай. Опа, отлично, попали. Опять такая же фигня, ребята. Опять такой же баг. За одну секунду заспавнилось 2 Киогра. Прям за одну секунду. Или не спавнится в какое-то определенное время, как только после рассвета. Потому что это уже не знаю какой раз, когда вот так за одну секунду сразу 2 Киогра спавнится. Непонятно почему. Бред какой-то. Ну, это уже какие-то, я не знаю, ребята, баги или что. Так, ладно, давайте пока мы быстренько прокачаемся. 48-й. 48-й с половиной, я так думаю. Хотя вряд ли, еще посмотрим. Ну, практически. Так, вот сейчас 48-й с половиной. Отлично. Вот сейчас, ребята, еще 1,5 уровня, и сразу мы беремся за Лифиона. В следующей команде мы, наверное, добавим тоже одну Иви, но сделаем, наверное, Вапуриона. Так, это отлично. Давай, 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 поднажми наш Лантурн. Тебе еще 2 уровня осталось. Точнее, 1 с чем-то. Поэтому, давай, больше опыта, больше опыта. Так, 49-й, да. Еще один уровень, ребята. Вот вы, чукчи, если бы вы двое в бою тут не были. Давай, добивай, добивай кого-то там. Во, отлично. Так. Так, ой, случайно не на то не нажал. Отлично. Так. Бум-бум-бум, нет, ты нам не нужен. Ну, ты, я не знаю. Тебя можно. Ты тоже большой уровень. Ну, отлично. Так, ну, зачем нам вот эта огненная фигня? Ну, атака, я не знаю. В принципе, нею мы тут ничего не сможем сделать. Так, отлично. Быстро, быстро, быстро. Тебе еще, еще вот этого, и все, ты у нас уровень, я так думаю. 50-й. Ребята, отлично, мы в этой серии докачали Лантурна. Так, быстренько берем... Берем, 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 меняем и сразу же продолжаем прокачивать. Но сейчас уже Лифиона. Ты, конечно, с одного удара убивать не будешь, с двух, с трех, но тоже норм. Так, отлично. Давайте. Так. В этой серии я не знаю, ребят, сможем ли мы докачать еще и Лифиона где-то к 45-му. Но к 42-му, к 43-му мы докачаем 100%. Вот он уже 38-й, практически 39-й, вот сейчас этого убьем, уже будет 39-й. Опа, опа. Ребята, вы уже можете писать, кого вы хотите в следующую команду. То есть, ох, ты издеваешься. Кого вы хотите видеть в следующей команде, то есть каких покемонов, какого жука на первом месте. Потому что сейчас у нас уже вместо... Ой, да не то нажал. Вместо вот этих, как его.
вместо огненных у нас уже жуки пошли, потому что жуков у нас много, и хватит там на... Ну, на парочку команд хватит, потому что там действительно много жуков, которых можно словить и которых можно будет прокачивать. Также потом у нас, ребята, много есть нормальных покемонов. Их тоже можно будет... Тот же Манчлак, тот же Стантлер. Их тоже можно будет прокачивать. Так, ребята... Меня опять выкинуло. Вот я сейчас убил несколько покемонов, и Тиртуга начала эволюционировать. Я не знаю, ребята, почему меня выкинуло. Если вы заметили, в последнюю секунду... Так, Каракоста. В последнюю секунду окно прокачки покемонов стало какое-то белое. В том смысле, что... Я прокачивал атаку, да, прокачал одну атаку, и потом как бы еще одна атака появилась, что нужно еще раз было вот это прокачать... атаку, но почему-то то окно прокачки, вот то окно прокачки атаки стало почему-то белое, и потом меня выкинуло. Это уже второй раз за эту серию меня вот так выкидывает, я, ребята, даже не представляю, почему и почему вот этот такой баг какой-то. Но, как я предполагаю, это два раза подряд меня выкинуло из-за того, что покемон прокачался, изучил атаку в бою с тренером. То есть, два раза вот такое окно атаки, изучение атак было белое, тогда, когда я два раза вступил в бой с тренером, и два раза у меня покемон в этом бою изучил атаки. И потом вот такое белое окошко меня выкинуло. Вот это бред какой-то, я не знаю почему, но это, наверное, из-за этого. Я так предполагаю, ребята. Так. Так, тебя быстренько. Какой у нас уже... Опа, у нас уже Лифион 43-й, ребята. Вот с этими выкидами и вот этой всей фигнёй я как-то не заметил. Так. Отлично. Тебя быстренько. Дай нам уровень. Дай нам уровень 44-й, чтобы в этой серии прокачать Лифиона где-то к... Ну, где-то к 46-му, если у нас получится. Так. Да ты ударишь его, не ударишь, наконец-то, вот. Лифион, давай тебе еще два уровня, и на этом можно уже заканчивать. В следующей серии мы прокачаем тебя к 50-му, потом беремся за кого? За Вибрау, наверное, мне так кажется. Ну, лучше бы ты напал... Ну, хотя, в принципе, нормально так. За Вибрау, потом за Каракосту, наверное. Или, может, Каракосту... Мы пойдем прокачивать на бишарпов. Это потом нужно, ребята, будет посмотреть, где нам лучше будет ее прокачивать. Если бы ты еще не хилился вот так. Ух. Ну. У нас уже... Твою ж... У нас уже атаки закончились. Ребята, этот Кьогур, он целую серию тут крутится и не пропадает. А есть такие покемоны, которые с минута пройдет и они пропадают. Ну, мы тебя убьем сегодня, не убьем, я не знаю, наконец-то. Так, я не знаю, ребята, тут уже нормальные у нас атаки, то есть парочку уровней тут осталось вот Лифиону, поэтому как-то прокачивать. Давай. Отлично. Так, ну, давайте опять с тренером сразимся. Только не... Только не изучай атаки сейчас в бою, потому что это офигеть будет, если опять выкинет. Так. Так, отлично. Так, ща. Это сюда. Кто тут есть? Кто тут есть? Никого тут нету большого уровня. Нам нужен еще хотя бы парочку больших уровней, чтобы докачать Лифиона. Так, и вот. Так, отлично. Еще сейчас вот этого... А, Снусоморота давайте. Отлично. И еще раз. 46-й. Давайте еще киллера. Так. Тебя быстренько. Сейчас мы, ребята, всех тут быстренько. И так еще и прокачаем к 47-му. Так. Ой. Ну, давай тебя. Сейчас как раз до ночи, ребята, мы прокачаемся и идем уже домой. Поспим. И на этом, думаю, можно заканчивать. Так, ладно. Тебя. Отлично. Фух. Ну, давайте еще парочку. Да, ну, давайте, ладно, уже к 47-му и топаем домой.
Вот как раз тут большие уровни такие заспавнились. Сразу несколько штук. Главное, чтобы они все в бой не вступили сразу же. Так. Тебя. Быстро, быстро, быстро. Отлично. Отлично. Так. Ну, давай еще быстренько тебе. Опа. И еще один. Опа. И ты уже 47 с половиной. И на этом, ребята, мы, наверное, закончим. Я так думаю, потому что эти выкиды что-то меня, если честно, напрягают. Я не знаю, почему они случаются. И я думаю, ну, просто чтобы убедиться, что еще таких выкидов не будет. Сизер у нас уже, ребята, 53-й. Лантурн 51-й. Лифион 47-й. Еще ему 3 уровня прокачаем. Потом беремся за Вибраву 10 уровней. Потом, наверное, за Каракосту. Пойдем на Бишарпов и еще 12 уровней. Но до тех пор, пока мы прокачаем Лифиона и Вибраву, может уже 10 уровней и останется. Ну а с Нидоквином, ребят, я не знаю, что делать. Потому что ею прокачиваться как-то... Ну ладно, потом, ребята, разберемся. Давайте на этом закончим. Давайте сначала поспим еще. Покушаем и поспим. И на этом, думаю, можно уже заканчивать. Да, так... Пишите, ребята, кого вы хотите видеть в следующей команде, каких покемонов. Это какая у нас уже команда? Вроде 13-я по счету. 5, 10, 11, 12. Да, это 13-я команда по счету. Ну, норм, там еще у нас куча жуков, а жуки это нормально. Нормально они так прокачиваются, если честно. Ну все, ребят, на этом давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.